Доброе утро! Сегодня понедельник, 10 июля. Встречайте новую неделю вместе с вестями. С вами Мария Шурыгина и начнем с новостей. Сегодня в Кемерово участники мотопробега Владивосток-Выборг побывают с экскурсией на Красной Горке, пройдут посвящение в мотоугольщике. Другая группа байкеров-медиков отправилась в путь в составе первого урологического кросса из Абакана до Кемерово. Сегодня в областной больнице научная конференция. Подробнее расскажем в 14:30. Ровно два месяца осталось до выборов губернатора Кузбасса. Избирательные участки откроются 10 сентября. С этого года значительные технические изменения. Насколько эффективны, узнаем в 9:00. Новые технологии помогут сделать школьное питание вкуснее. В регионе продолжают модернизировать пищеблоки. Этим летом обновят еще 10. В Кузбасской сельхозакадемии вручили дипломы выпускникам школы фермеров. Проект реализуется третий год. Чему в этот раз учили аграриев и животноводов, расскажем в вечернем выпуске «Вестей». Продолжаем. Неделя обещает быть жаркой. Хочется больше времени проводить на природе. Но про тренировки забывать не стоит. Можно устроить круговую. Основные принципы работы на тренажерах далее. Свет, доброе утро. Доброе утро. Мы с тобой показывали летние тренировки на улице, на даче. Давай покажем тренировку, которую можно сделать быстро в зале. Есть такие? А давай сделаем круговую тренировку. А почему именно круговая? Мы можем включить туда упражнения на разные группы мышц. То есть сделали ноги, спина отдыхает. Сделали спину, ноги отдыхают. 3-4 упражнения, 3-4 круга. И тренировка готова. Уйдет у нас на этом минут 25. Чувство удовлетворения получим, что сделали тренировку. Я чемпион. И тем самым, на самом деле, получим результат. Ну, давай пробовать. Начнем с ног. Ложимся. Угу. Ставим ноги. В каждом тренажере жим ногами регулируется как сидушка, так и платформа. Вы должны выбрать для себя оптимальную, удобную позицию. То есть не стесняйтесь, подходим, поднимаем ее, опускаем себе удобно, Мария? Да. Важно, чтобы у вас мышцы спины, ну то есть полностью спина, ягодицы были полностью прижаты к скамье. Не было никакого пробела вот здесь вот в поясничном отделе. Это ваше здоровье. Да, мы просто все, спина расслаблена, она вообще никак не включается. Мы ее никак не напрягаем. Ноги мы с тобой поставим сегодня на ширине плеч. Опускаем. В момент, когда мы опускаем платформу, постарайтесь концентрироваться на задней поверхности бедра. Вес какой должен быть на круговых тренировках? Слушай, самый маленький. Мы сделали ноги, сейчас мы переходим на спину. Ну, то есть наверх. Вниз, вверх. Так и будем комбинировать. Начинаем движение с лопаток. То есть не сгибаем в локтевом суставе, то есть не делаем сгибания, а мы начинаем с лопаток. Наша задача – почувствовать спину. Самочувствие должно быть такое, чтобы вы могли спокойно разговаривать, при этом не задыхаясь. Сделали вдох, выдох. Чувствуешь? И главное, старайтесь концентрироваться на мышцах. Вы должны их чувствовать, а не просто делать, чтобы сделать. В следующем упражнении мы будем делать изоляцию, то есть именно на бицепс и на трицепс. Сделали 15 повторений на сгибание и 15 повторений на разгибание. Мы сделали ноги, мы сделали спину. Теперь наша задача сделать мышцы груди. И потом мы перейдем с вами к изоляции, то есть именно на бицепс и на трицепс. Ставим руки на ширине плеч, ставим ноги. Ваша задача не поднимать ягодицы, не округлять поясничный отдел. Он у вас стоит ровно. Локти в сторону, вдох и поднимаемся. А для тех, кому трудно, мы предлагаем вам делать отжимания от колен. Но здесь очень важно, встань, пожалуйста, не в правильную позицию, когда мы также поднимаем ягодицы наши наверх, поднимаем спину. Ваш центр тяжести должен полностью упасть